Пройдя этот курс, у меня осталось очень много приятных впечатлений. Курс состоит из очень большого процента практики, что было приятным удивлением. Я ожидаю, что будет сегодня такого интересного. Каждое занятие оправдывает те ожидания, которые у меня есть. Я стала обращать внимание на те вещи, на которые раньше внимания совсем не обращала. Это паузы, интонация, жесты, ударения. Это именно то, чего не хватало мне в моем общении. На этом курсе я получила эти навыки использования, знания, которые имела до этого, и в практике их уже усовершенствовала. Полученные навыки я буду использовать в своей работе, так как моя работа предполагает общение с людьми. Также я буду использовать это в повседневной жизни, общаясь со своими друзьями и коллегами по работе. И знание навыков успешного публичного выступления очень пригодится мне в моей работе. Это очень помогает в выступлении.